Всем привет! В общем, хочу рассказать свои впечатления о револьвере системы Наган и рассказать, за сколько я его купил, какие патроны я в нем использовал и стоит ли или нет все же его приобретать в качестве пистолета для самообороны. Купил я его в свой день рождения, стрелял патронами Техкрим Норма и холостыми той же фирмы Техкрим. В общем, была еще пачка Фортуна Стандарт 65 джоулей. Ну, их я не стал испытывать, потому что пистолет хорошо себя показал на Техкрим Норме. Как бы, ну, а больше, мощнее по джоулям патроны вставлять в револьвер, именно этот, я считаю нецелесообразным. И в качестве самообороны пистолет крайне не подходит. Так как из предыдущих моих видео вы видели, как я пытался попадать по мишеням. И в основном все попадало куда-то не туда, куда я хотел. Хотя и прицельное приспособление я сводил прям с расстояния там 2 метра, ну, максимум 3. И я не попадал туда, куда я пытался целиться. Я выбирал, ну вот если из предыдущих видео было видно, что кусок картона, да, нарисована мишень, и вроде бы надо соблюдать, чтобы совпали, да, вот эти вот 2 места и нацелиться в цель, но по факту они улетали куда-то вверх и влево. В картон я вообще не попадал. И мне приходилось целиться тупо в снег. Вот вниз, вправо, не в картон даже, а просто ниже, вправо, в снег. И тогда резиновые шарики прилетали туда, ну, вроде куда я хотел. Для самообороны это, ну, сравнительно целюсь в грудь, попадаю в глаз, в рот, в лицо, в общем-то. Я считаю, что это нецелесообразно. Да и этот пистолет вообще, как бы, в плане души, наверное, да, так, частичка истории, так, покрутить, повертеть, да, там, ну, пострелять, там, ну, немножко, ну, а так вот, именно для души, это не пистолет самообороны, тем более он оформляется на ЛО, это, ну, газовая лицензия, ну, и если есть там донор, там, к примеру, какой-то травмат оформленный на РОХУ, то можно использовать, ну, травматические. Но сразу предупреждаю, что если в газовом оружии найдут травматические патроны, что, ну, там, соответственно, накажут за это. Так что это вот чисто память былых времен. И внешне очень хороший пистолет, который мне, в принципе, понравился. Так что в коллекции он у меня, я думаю, останется надолго. Стрелять я буду, конечно, из него очень редко, ну и носить там в плане самообороны, конечно же, я это делать не буду. Так что, ребята, всем спасибо, ждите моих новых видео, дальше будет все самое интересное.